Так, тандыр. Вот разогреваем тандыр для того, чтобы приготовить в нем мясо, курицу. Сейчас вот он разогреется у нас. Надо хорошо прогреть. После зимы. Как бы вот тут вот. Вот такие угли. Вот. Да. Крышка. Вот у нас еще есть крышка крышки. А вот сюда вот тоже кладется мясо и опускается вовнутрь тандыра. Вроде все, оно уже сгорелось.